Приветствую, девочки-мальчики. Глафира Абрамова в телезефирах. Уже может говорить, что не может не радуется. Готовимся к Новому году, выбираем подарочки. И у нас тут Ground Orange Sprout Letterman, или Лазерман, или Леферман. Это, девочки-мальчики, мультитул. Это подарок мне от Михалыча, сразу предупреждаю. Девчонки, которым это неинтересно, уходите. Но вообще оставайтесь, потому что на мужские каналы не пойдете на это смотреть, а ко мне придете. Кожаный чехол, именно кожаный, на кнопке. Можно посадить на ремень. К сожалению, только одна положенница у него, одно. Вот так вот нельзя, а только так. Что у нас в коробочке находится интересного? Гарантийный талон аж на 25 лет. Вы представляете, какое чудо? У вас уже не будет, а Леттерман еще у вас будет жить. Инструкция. Модель у нас. Поворачиваю. Сори. Ребор. Представляете, вот такая мелкотня. Сейчас я вам переверну. Я это читал, но не слупаю. У меня со зрением нормально. Но если у кого со зрением, ребята, берите хорошую лупу и смотрите. Это все, что касается Леттерманов или Лазерманов. Все, что можно ими творить. А творить можно очень много что. Сейчас я вам подробно покажу. Поставляется вот такой простой упаковки. Коробочку сохраняйте на всякий случай. Это уже нам не пригодится. Это тоже пока отложим в сторону. На фронтоне написано фирма Лазерман. Вообще это Америка. Вот так переверните. Как? Вот так? Нет, вот так. Лазерман Ребар. И смотрим, что же у него тут есть особенного. Казалось бы, ничего, вот палка стукнуть кого-нибудь, если только. Но не все так просто, как вам кажется. Смотрите, здесь линеечка дюймовая. Ну, покажи. А сюда она сантиметровая. И если мы ее развернем, у нас будет полноценный инструмент для измерения чего-либо. Ну вот, например... Нет, вы ее можете и вдвойне развернуть. Например, да, но это я сейчас помню. Например, у нас это, не вижу, так, с 13. Вот весь чехол у нас будет состоять всего из 8 сантиметров. Аккуратненько довольно-таки. И превращается он легким движением руки вот в такую прелесть. Это острогубцы. Девчонки, кто не знает. Ну, не там же и плоскогубцы есть. Вот эта часть снимается, но ей можно разрезать. Это кусачки. Кусачки, да. Разрезать даже гвоздь. Может, гвоздь притащить. Но не будем экспериментальные исследования проводить. Закрывается он вот таким образом. Нет, ты его раскрой линейку, то покажи полностью. Что ж такое? Линейку поближе показать. Ну, ладно. Не так. Не так. Я не волшебник, я еще только учусь. Посмотрим, что с этой стороны. Ну вот. Я вам раскрою, только не снимайте. Не будем снимать. Я буду держать камеру. Ой, неправильно держу. Всем большой привет. Ждем, пока Михалыч там ковыряется. Просит, не снимайте его, не снимайте. Ну, тут тяжело еще одна. Да, он еще не разработанный. Мы купили специальные средства для разработки. Одну хорошо, хоть другое не особо. Матерь Божия.
Что-то вот там делаете вот. Ну, просто, мне кажется. В общем, ладно. Я так и знала. Отдайте обратно инструмент, там покажем девчонкам, мальчишкам, что это такое. Сейчас. Некоторые вообще, видать, не видели. Чудо видно это. Да дайте мне, я ж помучу его до конца. Вот тупрямый человек. Вот так вот. Так вот они и жили. Спали в росе, дети были. Значит, с одной стороны, у нас идет хороший такой полноценный нож, которым можно порезать колбаску. Покажите нож. У него на белом плоскость покажу. По всю плоскость, пожалуйста. Похож на скальпель вообще. Кто имел дело со скальпелями? Дайте. О, боже мой, меня сейчас все украдут. Так, вот он нож. Нож. Нож для колбаски, для зачистки. Для чего? Самая главная особенность в том, что есть лок. То есть замочек. Если вы развернули, то обратно он у вас уже никуда не соскользнет. То есть вот я даже нажимаю, вот, бесполезно. Вот, видите? Не соскальзывает. Значит, надо сделать вот такое движение. И обратно его заправить. С другой стороны идет очень надежный надфиль по металлу. Им можно зачищать что-нибудь металлическое, например. Разве это по металлу? По металлу. С одной стороны по металлу, с другой стороны по дереву. По металлу. Им можно девчонкам зачищать, например, сережки. Купили новые, они не вставляются. Зачистили быстренько поверхность сережек. И... Опять же, нажали на лок. Да, клемму можно очистить в автомобиле. Да, клемму, прям все девчонки клеммы в автомобиле и чистят. Вместе с надфилем у меня ушел в небытие землячное отверстие. То есть я могу не вкладывать его куда-то, а вот подвесить под что-то. Под какой-нибудь красивый с бисером. Землячок. Землячок это такая, если кто не знает, хреновенька. Веревочка, да. Хреновенька. Вот можно ее так даже здесь оставить. Следующим инструментом идет шило. Вместе с отверстием для нитки. Например, можно этим же... Это не всем шило, это развертка. Но это красиво называется развертка, а вообще этой функции шило. Сюда же можно вставить нитку и прошить, например, палатку. Если она у вас. Или валенки. Ну, валенки тоже можно. Для удобства здесь, видите, сделаны. Ай, мой маникюр! Сделаны специальные, как бы сказать, ручки. Это малая отвертка. Ну, это, наверное, вам объяснять не надо, для чего малая отвертка. Это для малых предметов из металла со шляпкой и с прорезью. Я что-то как яйцеголовый объясняюсь уже. Ой, все это еще в масле. А есть еще и большая отвертка. Смотрите, разница какая у них отличная. То есть это плоская большая отвертка. Это для больших шурупов. Ну и в развертке вам все вот эти инструменты. Каждый опять же уходит на лок. О боже! Посмотрите внимательно этот сайт, эту сторону. Ой, складываю. Черт побери, надо было взять тряпицу. Ну, в общем, развивайте руки. А теперь самое страшное.
полноценная пила. Острая, как не знаю что. Чего такой порез? Тебе не жалко было. Чтобы вам показать, насколько острая. Стой! Вы по рукам себе не порежете. Да, нам уже ничего не страшно. О, видите, как вгрызается? Вгрызается моментально. Сталька, я не помню, какой тут номер. Михалыч, наверное, помнит. По-моему, 420. 420. Спрячем эту страшную вещь. Нажмем опять на лог. Девчонки, вообще это... Запоминайте. По-моему, медицинская сталь. Значит, оперировать-то можно, да? Нет. Если что. Где-то написано, можешь почесть. Обратите внимание на хороший Philips отверточку. Иногда бывает такое, что в некоторых моментах ты ковыряешь и не получается проковыривать. Вот если будете использовать Ultraman, то Philips справляется с любыми крестообразными предметами. Что покрутить бы? Покрутить бы что-нибудь. Провести полевые испытания. Да, это потом покажете. Следующий. Это полноценный нож консервный с открывалкой бутылок. Ну, те, кто в машинах ездит, знают, что некоторые бывают люди, которые у вас едут в машине и говорят: «Фу, у тебя даже открывашки под пивко нет». Есть у меня такие случаи, бывали. Я на этот счет завела специальную отдельную открывашку, а теперь не надо, ту можно выкидывать. И вот этот нож с особой заточкой, как скальпель. Это серрейторный нож, я так понимаю, которым можно легко резать вот материал. Вот там надо прочесть, это возможно и плита по металлу. Плита, пила, плита. Кому чё, кому плита. Смотрим, рыбар, номер 14. Нож зубчатости, понятно вам? Нож зубчатости. Ну, можешь рыбку почистить. Но он очень, да, кстати, можно рыбку резать, чистить. Но он очень острый, он вот действительно похож на скальпель. Так, это я вам всё показала. Ну вот, больше инструментов вот в этой части нет. Я к своему стыду не умею пользоваться консервным ножом вот такого типа. Надо идти учиться, купить какую-нибудь консерву и ее помучить. Да. Ну не умею я. Ой. Вот мультитул. Чем хорош? Один у меня уже лежит в машине, Ганза. Вдруг что-то надо зачистить, вдруг надо что-то порезать. Давеча у меня знак Ше. Знак Ше у меня специально. Старый плохо отлеплялся. Зачистить стеклышко. Провода. Клеммы аккумуляторов. Ой, да мало ли что в дороге пригодится. Вообще просто вот действительно хлебушка порезать и так далее. В поезде порезать. Ой, а уж в поезде это вообще незаменимая вещь. Открыть туалет, когда вам надо, а не когда соблаговолит проводник. Смотрите, что хорошо. Если вы засовываете инструмент в чехол, то он выпадает оттуда с трудом. Тут можно только на одну сторону. То есть вот вставляется он вот в эту только сторону. Закрыли. Закрыли. Все. Положили в сумочку. Весит это где-то 240 грамм. Достаточно такой компактный инструмент. Ну, моя довольна. Теперь
заказав распаковку, я могу бросить его наконец-то в сумочку. Моя душа будет спокойна, что замерзшие какие-нибудь вещи, может быть, сейчас я открою. Так что, девочки, мальчики, присмотритесь к этому подарку. Только кому? Мужчинам. Да, мужчинам, мальчикам, женщинам, которые занимаются рукоделием, они будут довольны до полусмерти. Потому что и плоскогубцы пригодятся, и нож, и развертка. И этот же инструмент можно подарить начальнику, чтобы он вас когда-нибудь прирезал. В общем, прирезал. Такому подарку универсальный, да, рад каждый будет. Рад будет, и всякий рад будет. По той простой причине, что Лазерман уже зарекомендовал себя на рынке мультитулов. И надеюсь, что он прослужит не так, как Ганза, которая у меня разлетелась. Но сравнение Ганзы мы, наверное, еще проведем. Лазерман против Ганзы, когда проведем полевые испытания настоящие. Ну все, чмоки-чмоки в обе щеки. Глафира Абрам плохого не посоветует. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Рассказывайте, есть ли у вас какие-то мультитулы дома. Если есть, то какие? Вот у меня теперь Ребар. Ребр. Ну, пожалуй, на этом все. Заканчиваем. Закругляемся. Чмоки-чмоки в обе щеки.